Зачем ты пилишь пол? О, а еще оттуда надо выносить кирпич, что оттуда нам пол здесь нужен. Я вот эту плиту выпиливаю. Плиту? Вот эту. А, давай. Что поднять? Что случилось? Сколько часов займет ремонт? 5 минут. Что ты новую цепь будешь ставить на этот пол? Чего? Подсевшая. Понятно.
Что ты подкручивал там? Не видел? Бля. Что ты ищ? Прозрачненько, свалилось.
Не видел? Бычки бы заодно пособирал. Как вы думаете, найдет или нет? Нахуй, ну если видишь, блядь, так дай нахуй. Ёб твою мать, нахуй, нахуй, ну мозг едет, нахуй. Олег. Что? Ну если видишь гайку, то дай нахуй. Где я вижу? Пишите в комментариях, где гайка. Ролик снимать. Да. Я начинающий, да? Блогер. Да. Мне надо ролики снимать. Все, на этом закончилась у него пила. Ты же сказал, за 5 минут все сделаешь. Сделал за 5 минут. Заводи вторую. У тебя же еще одна есть. Где? Вон на земле лежит. Где? Вон лежит. Ну что ты мне водки берешь? Ну упала, упала, блядь. Что? Бензокоса. Иди ты нахуй. Я, блядь, про эту нахуй. У меня, блядь, про эту нахуй. А кто-то ДСП это сюда выкинул. Игорь, кто-то ДСП это выкинул сюда с гвоздями. Кто-то ДСП выкинул с гвоздями. Так занеси его туда на древотник, там где дрова. Давай еще целый порог спичек накидай я тут. Дайте веник дам, ты лучше порог подметешь. Ну сейчас хозяйка приедет, что ей говорить. Нормально. А? Целый порог бычков. Ты же знаешь, что женщина любит порядок. Ладно, давай ищи гайку. Пока.